Более за 1300 молодых людей из Могилевской области отправятся на терминовую воинскую службу во Узброенные силы Беларуси в осенней призывной кампании. У тем лику у резерву каля 200 человек. Первая отправка молодого пополнения по традиции отбылась на знакомитым для каждого жихара Могилевшины месте мемориальном комплексе Буйницкое поле. Все подробности у моей коллеги Кристины Каранкевич. Более за 120 призывников из всей области, можно сказать, лепшие из лепших отправиться служить у 103-ю мобильную бригаду у Витебску. Наступная отправка у Мариногорку, их это будет прикладно 40 человек. Хлопцы усе, як на подбор, их обрали служить у элитных поветрено-десантных войсках. Улечивали не только выключное здоровье, але и жадание. Бобруйчанин Даниил Машко скончил школу, машинобудовничае училище, год отпрацевал на заводе. А коли пришла повестка у армию, вырашил, что пойде у десантники. Сначала предлагали повестку в МВД и в погран. Ну, я специально ждал, пока пригласят в ВДВ, чтобы служба хотел потяжелее. Пошел я в ВДВ, значит, потому что пошел по стопам своего близкого, очень любимого дяди. Вот. Что такое армия? Армия – это в первую очередь, наверное, смелость, закалка, крепкий дух. Хлопцев подтримливают мати. Сын сам выбрал. Мне звонил майор, спрашивал, не против ли я. Я сказала, это выбор сына. А мама всегда поддерживает своего ребенка. У складания кветок, оркестр, такий урочистый момент запоминается, говорят военные. Хлопцы стоят гвардейцы, будущие солдаты, защитники родины. Служить им хорошо, верно, ждать родителей и Могилевщины, марку не терять. И встретить правильно, грамотно, день ВДВ. И долгий, дорогу хорошую, ну и чтобы были настоящие бойцы. Отправка в войске будет должиться до 26 мая. С Могилева служить отправится с 500 новобранцев. Церемония принятия военной присяги плануется 10 червня. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, новини региона.